Ну вот, Александр, смотри, вилку разобрал полностью. Вот они. Вот я сальник вытащил, а здесь сальник еще стоит на месте. Вот они сальники. И получается вот сразу просто вот на будущее. Масло, видишь, сколько всего. Это вот их. То бишь вытекло масло, грубо говоря. А должно быть хотя бы это вот ведерко получается 900 миллиграмм. Ну тут понимаешь, сам увидишь, да, там, то бишь кого-то жижа какая-то вытекла. Так-то она чистая практически, но с какой-то мутноватостью. Вот. И получается вот совсем немножко у тебя, получается она у тебя, ну как бы работала, ну так, относительно. Сейчас ее реанимируем. Здесь я тоже все собрал. Глушитель тоже у меня разобранный. Получается, вот он глушитель. Тоже вот, не знаю, видно, не видно было. Вон, видишь, серое такое. Это вот как раз грязь, вода попадала в него. Это вот сама флейт. Это вот вата, которая вот прогорела. И это тоже вот все разобрал. Сейчас всю кривизну уберу. Получается, что вот этот сам глушитель, видишь, тут ухо. Получается, это я его выпрямил уже, его управлял. Видишь, оно немножко отпизженное уже, измученное. Вот. Потому что вот эта проушина, где крепление, она была кривое. Это я тоже сейчас его выправил. Тоже вот, не знаю, сейчас фокусируется, если... Ну вот следы остались еще. То, что вот я его вытягивал. Вот. Сейчас его вытянул. Получается, у тебя здесь бежала такая полоса черная была, я заметил. Ты из-за этого начал разбирать. Получилось то, что у тебя глушитель не садился плотно. Вот. Он, получается, вот она... часть, которая садится, он у тебя садился вот практически вот на это вот так он. Все, вот. У тебя он болтался, то бишь. Видишь, докуда должно дойти и где глушитель. То бишь, если его вплотную посадить, то бишь ухо глушителя не совпадает вот с этим отверстием. Ухо становится вот здесь вот, в таком положении. Вот. Вот, а если его до конца посадить, она вообще плотно садится, даже вот видно, его вот садил. И видишь, получается отметины. Видишь, как вплотную садится туда дальше. Из этого вот они не стали, вот они. Даже вот видно, где у нас была рабочая зона, а где вот, видишь, черная. Это получается была, где все время в дыму и в саже. Вот. А где чисто, это вот то, что садилось. Вот. Вот она вот так вот была, и все. Вот. Оп, и все. А она должна еще была глубже, практически... Ну, сантиметр еще надо было туда его садить до конца. Так что вот. А так вот такая уже становится детка. Это тоже слайдер поменял. Вот. Другой поставил. Родной. Вот он. Это вот такой огрызок стоял. Конечно, смешно, но удешевили как могли. Так что вот. А так, по вилке, в принципе-то, все нормально, все хорошо. Все втулочки, все целое. Все в идеале.